Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам свои катасетумы, те, которые растут в моей коллекции. Перед вами сейчас катасетум Orchid Glade, который цвел у меня в прошлом году, фото я обязательно приложу чуть позже. А сейчас хочу показать вам, какую хорошую корневую он снова мне растит. Он у меня не засыпал, но полив я все же сократила раз в две недели. Я перевалила его в мох, корзиночка, и, конечно же, добавила немножко осмокот. Полив был зимний у меня фосфорным удобрением по большей части, это 10-52-10. Также я добавляла кальций или кальмак, если быть более точной. Вот так он цвел у меня, сразу фото показываю. Ну и, конечно же, уже весна, мы растим хорошо корни, у нас начался полив. Более частый, это раз в неделю, для меня это часто, и я считаю, что больше и чаще их не надо поливать, потому как в наших условиях квартирных, где влажность не падает ниже 50 и температурный режим соблюдается не выше 25-27 градусов, этого более чем достаточно. Он очень был ароматный, красиво цвел, два было цветоноса по очереди. Ну и, конечно же, я не могу его в этом году также не баловать азотным удобрением. Я добавляю понемножку при каждом поливе. И азот куплен был в гранулах, поэтому его очень легко добавить к водичке. И, конечно же, он очень хорошо и быстро растворяется. Извиняюсь за пыльные вот такие у нас листья. Я его только сняла с окна, стоит у меня на подоконнике южного направления. Очень жарко, очень много света получает. Ну а сейчас у нас, конечно, погода не очень балует солнечным светом, поэтому я его слегка перевесила на некоторое время ближе к лампам. И днем всегда выставляю на подоконник. Вечером, после 6, когда темнеет, уже, конечно, я его переставляю, перевешиваю. Добавила немножко ему также некоторых других удобрений, а именно био, для того, чтобы спровоцировать его на больший рост. Может быть, нам удастся переплюнуть вот эту небольшую бульбочку предыдущую, ну и вырастить еще большую. Посмотрим, будем за ним наблюдать и подкармливать. Следующий это Jumbo Delight, который пришел ко мне в размере небольшом, но было две хорошие бульбочки. Вот сейчас видите, после зимы без полива, как выглядят предыдущие две. Также хочу сказать, что растение, в принципе, уже проснувшееся. Вы видите, растет очень хорошо. Также было пересажено, в основном только в мох. Ну а сверху, что осталось от предыдущей его посадки, я оставила сверху. Вот вы можете видеть сейчас толщину бульбы, как вырастила я ее в своих условиях и какой она была, когда ко мне приехала. Вот этот красавец будет, надеюсь, в этом году цвести, и я вам его обязательно покажу. Очень жду его цветочки, потому что они тоже должны быть ароматными и красивыми. Бульба четко выражена, вы можете видеть. Поливать я пока ее еще не начала, то есть считаю, что пока ей не нужно. Как вырастет немножко новый росток, как углубятся его корни больше, чем на 5 сантиметров в грунт, тогда я и начну полив. Я сразу говорю, я их не балую. Раз в неделю. Этот у меня был на полной просушке. То есть ровно 2 месяца я его не поливала. С ним был вот такой интересный эксперимент. Ну а сейчас уже будем ждать, когда вырастет, и начнем правильный полив. Ну а следующая катасетумная красавица это Grace Dunn. У меня их 2. Одно растет вот так красиво на блоке, и вот вы не поверите, но на и блоке ей больше всего понравилось. Растит очень хорошо корни. Вот этот малый пусенький вырастил вот такую красивую бульбочку. Первое самое, с которой он пришел, с пятнышком справа, вы можете сейчас видеть на ваших экранах. Ну а второй, которая выросла в моих условиях, это была малипусечка, еще раз повторюсь, которая у нас у основания. И вот она вырастила вот следующий, так скажем, росток. Бульбочка у нас хорошая, листья у нее серебристые, что мне очень нравится. Ну и, конечно же, я буду ждать ее цветения. Наверное, в этом году навряд ли, но на следующий год, если будет новая бульба, а она будет, я уверена, конечно же, все у нас получится.
было еще одно маленькое недоразумение, но оно немножко сгнившее и поэтому подсыхает, не беспокоит это растение на блоке, поэтому растет пока нормально. Вторая красотка растила 5 деток и благополучно их засушила, потому что я выставила ее на подоконник, где было очень жарко. Сейчас жду ее снова роста. А вот так они находятся у меня на подоконнике. Я их примостила вот так по соседству, дабы было удобно. Подвесила, и растут они у меня и цветут, как говорится, зеленью своей и корнями. Вот таким образом на подоконнике, где всегда очень светло и очень тепло. Ну что ж, вот такие были мои катасетумы. Я благодарна всем за просмотр, за ваши комментарии, за пожелания. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. Ну а в свете последних событий я пожелать вам хочу здоровья крепкого. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока!